Казань. Казань, в Казань. Казань. Выброси телефон. А ты мне потом новый купишь, если я выброшу телефон? Вы куда? Я в Казань. А твой телефон не тупит? Не тупит, не тупит телефон. Короче, до сих пор не могу согреть свою попу, потому что очень холодно. Да, сегодня все на день рождения у Купина, поэтому давайте его поздравим с днем рождения. Все тусуются, отдыхают, но мне предстоит дорога. Дорога в Казань. Нет, Никита не едет, Никита остается в Москве. Ты с Казани? Эй. Нет, Никита не поедет, говорю же. Счастливого пути, спасибо большое. В поезде холодно, да. Привет, привет. Да, в эфире давно не выходила. Что-то не особо хотелось выходить. Что-то на улице дичайше холодно. Где оставили кису? Киса дома, Никита с ней будет. Киса носится просто только как оторви и брось. В Уфу, да, я обязательно приеду. Очень-очень скоро. Киса дома? Киса там носится с Брюсом. Гоняет бедную собачку. Ребят, ну давайте вы не будете задавать тупые вопросы. Если я сейчас в поезде еду в Казань. Интересно, поеду ли я на день рождения к Лёше? Нет, конечно. Как ваша пятница проходит? Наверное, все тусуются, да? В клубах, в ресторанах. Мне ехать, ну, получается, завтра утром я уже буду в Казани. Никита не едет в Казань, потому что у него есть дела. И плюс он остается с Лисой здесь и будет искать квартиру. Точнее, мы будем искать квартиру. Никитка, почему ты не ешь? Объясни, пожалуйста, людям. Ты только что сухой. А что за фиг сухой? А что за фиг? Какой красивый, да? Не, ну цвет не красивый. Мы квартиру еще не сняли. Мы планировали снять с Ромашовым, с Бухенбалт и с Мадан. Но как-то ребята, короче, отстранились и сняли вдвоем. Но мы не стали ничего говорить, ладно. Да, кошка у нас классная. Скоро я буду вести про нее блог, рассказывать про нее много чего интересного. Вот. Квартиру мы все еще ищем, поэтому если кто-то снимает, пожалуйста, скажите. Короче, ладно, 5%. Помню, ты раньше показывала готовку и рецепты. Будешь еще показывать? Ты в точку попала, ага. Поле. Да, буду. Буду и готовку показывать, и спорт буду показывать. Поэтому вот, буду показывать. Так. Только квартиру найду. Блядь. Оказывается, мы не одни едем. Тут будет еще много людей. Внизу? А вас 11, да? 50-е. А вы вдвоем сюда, да? Еще. Я сейчас подушку люблю. Ну, зачем? Они дошли? Вот, мужчина. А. Нарсасинга, мне спеть. Ладно. Блять, ребят, что за тупые вопросы задаете? Если я в поезде, как я могу быть на день рождения? Потому что я еду в Казань, поэтому мы не на дне рождения. Еще вопросы есть?